Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня мы с вами сравниваем. Смотрите, у нас есть Орео, на него уже обзор был, и есть Трио. Тоже похоже на Орео, по виду они даже похожи, что-то и тут что-то там написанное сверху. Не знаю, мне кажется, наверное, это будет вкусно, что-то должно быть такое с ними похожее. Стоит ли вообще переплачивать? Давайте посмотрим. Так, нам понадобится тарелочка. Давайте откроем Орео. Такая вот маленькая. Здесь 4 штучки. О, чуть-чуть сломалась. Достанем их вот так вот. Достанем здесь 2 штучки. И у нас с вами Трио. Их здесь уже 6. Уже подешевле стоит. Покупала, по-моему, в фикс-прайсе печенье с какао и начинкой со вкусом пломбира. 55 грамм. Так, ну на вид они, конечно, различаются. Ой, уезжают. Здесь вот прям вот видно много начинки. И у этой начинка видна. Здесь почти не видно. Вот, ну и здесь тоже рисуночек такой у них, кстати, довольно такой симпатичненький. Немножечко она у меня неровная, может, она доехала так ко мне просто. И Орео. Ну, тоже довольно симпатичная. Ну, Орео, конечно, посимпатичнее выглядит с этой стороны сверху. А вот тут именно у Трио у них видно, что начинки довольно много. Так, давайте их откроем. Оп. Видно, что начинки есть. О, ну тут прям много. Единственное, да, вот заметно, что Трио у них вот, ну, просто наляпано. Просто эта начинка так шлеп, да, упала, то есть сбоку тут видно, что она некрасиво упала. То уже у Орео уже как будто вот аккуратно начинка это заезжает, чтобы вот все было аккуратненько видно, да. Хотя, не знаю, напишите в комментариях, бывает ли, видели, может, вы у Орео, чтобы была начинка неаккуратно лежала. Так, ну давайте попробуем саму печенечку. Пробуем с вами сначала Орео. Мне кажется, она такая вкусная. Прям обалденно. На нее был тоже обзор в комментариях. Не в комментариях, а в конце ролика увидите. Пробуем. Она такая вкусная. Прям аромат какао. Чувствуется такая хрустящая. Прям обалденная. Прям вкусненькая. Мне понравилось очень. И давайте попробуем печеньку Трио. Вкусная она или нет? Пробую первый раз с вами. Ну, какао ощущается, но совсем немножечко этого какао, как такая дешевая дешевая печенька. Она тоже, в принципе, хрустящая, но она, кстати, по размеру немножко побольше. И целую ее в рот кладешь, не очень удобно жевать. Хотя на вид кажется, что они одинаковые. Ну, такая она. Чувствуется, если бы мне дали с закрытыми глазами, я бы угадала, какая Орео, а какая нет. Просто дешевая печенька. Так, давайте теперь с вами попробуем нашу. Так, если здесь у нас пломбир, то здесь у нас тоже интересно. Санета Д. Оригинал. Вот даже написано оригинал. Не знаю, что же там по вкусу. Наверное, тоже какой-нибудь пломбир. Я хочу чуть-чуть с краешку взять. Потом еще попробуем с ним печеньку. Попробуем наш белые непонятно что. Пробуем. Это у нас Орео. Приторно-сладкое, вкусное, такое нежное, мягкое. Ну да, наверное, пломбир, может, напоминает что-то такое молочное, вкусное. Но приторно-сладкое. Наверное, все вместе это будет смотреться вкусным. Так, давайте теперь с этой стороны.
Здесь мы знаем, что 100% здесь у нас пломбир находится. Пломбир мы помним, какого вкуса. Он, кстати, более желтенький. У Орео прям белый, а тут желтый. Пробуем. Тоже нежный, мягкий такой, прям тепленький. Но вкус, знаете, если бы мне дали с закрытыми глазами это попробовать, я бы вообще не поняла. Такое ощущение, как будто вкуса вообще нету. Как бы я знаю, что должен быть вкус пломбира, и якобы он там есть, где-то отдаленно, прям совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Дешевая печенька, она и есть дешевая, наверное. Ну и давайте попробуем теперь все вместе. Надеюсь, этот ролик не затянется на полчаса у нас с вами. Пробуем. Все вместе, конечно, безумно вкусно. И аромат какао, и вот этот вот пломбир, или я не знаю, что там белое. В комментариях напишите, или молоко там. Прям обалденно вкусно. Блин, Орео, она обалденно вкусная. Не жалейте денег, детям покупайте нормальные печеньки. Хотят они Орео, покупайте Орео, пусть есть Орео. Ну, вот это, конечно, не будет, мне кажется, сейчас никакого здесь вкуса особенного. Пробуем. Ну, все вместе, знаете, ощущается чуть-чуть аромат какао, чуть-чуть пломбира. Как будто, знаете, вот делали большой такой торт. Сделали огромный торт, да? А начиночку положили маленькую капельку. И ее вот так по всему торту размазали. Ну, как бы, естественно, вы будете есть торт, да, и чувствовать совсем капельку начинки. Вот это вот яркий пример вот этого вот. То уже здесь, конечно, очень безумно вкусно. Ее приятно жевать одну печеньку, то есть вместе с начинкой, одну начинку. Очень прям, ну, яркий вкус, прям яркий, вкусный, обалденно. Хочется еще поесть. То уже трио, это уже просто... Хотя, кстати, вот здесь нарисовано, что... Якобы посередине есть дырочка. Да, и здесь вот. Видите, кстати. Но на самом деле ее там нету. Ее забыли, видимо, сделать. Или может это для красоты просто. Не знаю, невкусное трио мне не понравилось. Лучше переплатить и купить нормальные печеньки. Да, здесь как бы побольше. Ну, не знаю, на любителя. Может кому-то нравится. Кому нравится, напишите в комментариях. А мне нравится трио. Мне понравилось, вкусно. А может, кому-то Орео нравится. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новое видео. Например, вкусняшку вот на вот такую. Также смотрите другие ролики, обзоры на технику, на продукты, на шоколадки. Вот тут, кстати, у меня шоколадка была Милка вместе с Орео. Вот она тоже, кстати, написано Орео. Довольно вкусная. Ну даже смотрите, она маленькая, но они похожи. Тоже посередине написано. Тоже очень вкусная. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. Делайте правильные выводы. С нашим каналом.